Красноярске завершился первый международный кинофестиваль. В нем приняли участие 330 кинематографистов из 25 стран мира, в том числе Армении, Греции, Нидерландов и США. Жюри были отобраны 32 картины – документальные, игровые, как полнометражные фильмы, так и короткометражки. Единогласным мнением жюри высшую награду Гран-при фестиваля получил фильм 2014 года «Поездка к матери» российского кинорежиссера Михаила Косарева-Нестерова. Призом также отмечена работа выдающейся российской актрисы Маргариты Тереховой, которая в фильме даже не снималась, а зритель мог слышать только ее голос. «Поездка к матери» – горький фильм о силе слов и последствиях несдержанных эмоций. Это кино – участник и неоднократный призер почти 40 российских и зарубежных кинофестивалей. Это вообще Пушкин. Совместная картина Россия-Франция. Русские давно любят Францию. Страна красивая, светлая. А история, которую мы сочинили, она трудная, она связана со смертью. Но будучи снятой во Франции, во французских реалиях, она не выглядит такой мрачной, какой могла бы быть. Фильм не дублирован, и он во Франции идет с французскими субтитрами на русские реплики, а у нас наоборот. Выборка этого фестиваля говорит о том, что уровень очень высок сегодняшнего кинематографа. Но этот кинематограф не доходит до зрителя. Наш фестиваль, вот маленькая ячейка является, или таким маленьким, что ли, шлюзом является, по которому и потечет лучшая волна кинематографа к вам в душу.